Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу о проблемах беспилотного Форда и проблемах Гугла. Компания Ford, как и многие ее конкуренты, разрабатывает собственный беспилотник. Делает она это самостоятельно, используя всю свою инженерную мощь. Недавно выяснилось, что фордовцы столкнулись с очень своеобразной проблемой. Дело тут не в поведении автомобиля или компьютерного обеспечения. Дело в людях. Инженеры, которые работают над проектом, пожаловались, что стали в машинах засыпать. Виной тому плавность хода донорского автомобиля, который известен у нас как Ford Mondeo. Для решения проблемы испытатели подвешивали колокольчики, имитировали тряску и вибрацию. В общем, будили водителя инженера, как умели. Но против природы не попрешь. В итоге решили, что в салоне должны будут сидеть двое, один из которых будет играть роль будильника. Что будет делать Ford, если испытатели заснут оба, пока непонятно. Между тем, лазерные радары-дальномеры фордовской разработки уже научились рисовать панораму со 180 метров, а раньше умели всего с 60. А вот у Гугла дела идут как-то странно. В конце прошлого года компания отказалась от разработки собственного беспилотника. Похожий на башмак автомобильчик то в ДТП попадет, то на ногу кому-нибудь наедет. В итоге решили, что дальнейшие движения по этой теме будут осуществлять в кооперации. Свой автомобильчик сдали в переработку и предложили свои технологии другим. Надо сказать, что у компании было много наработок. Ведь над проектом трудились лучшие инженеры и разработчики со всего мира. Но тут случилась одна маленькая неприятность, тянущая на парадокс. Все эти люди получали огромные зарплаты, даже по меркам США. В какой-то момент денег у них стало столько, что они полностью потеряли интерес к работе и решили сосредоточиться на собственных проектах. Вот так вот, раз и, что называется, зажрались. В Гугле молниеносно начали искать новый персонал. Только вот неизвестно, какую получку буду платить тем, кто придет на место потерявших интерес. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».